Вот, все, в тень вошел. Ассасин Джо, блядь! Всем выйти из сумрака. Добрый вечер, да, вы на канале Game Genius. А в колонках Павел и Иван, мы вас приветствуем. Привет, ребятки. Продать талоны. Слушай, а я знаешь, как делал? Раньше я не видел вот эту вот кнопку. Я выходил, заходил вовнутрь, подходил к этому чуваку и только, блядь, тогда продавал талоны. Так, за мной опять товарищ мусора. Жалко, в этой части нет такого, что ты перед ними затормозил, они вышли из машины вокруг твоей, побегали такие, как в шоу. Доебались. Здорово! Привет. Разрешите доебаться. Разрешаю, вот вам взятка. Что-то непонятное творится с ними. Где водитель, блядь? Здесь кто-то управлял этой машиной. Кто ее управлял, блядь? Куда он делся? Ладно, человек, вы не видели, кто вел эту машину. Мы пойдем поищем. Пиздец, блядь, просто. Так, фонит, но ничего с этим сделать нельзя. Да-да-да, это телефон. Кинь его еще куда-нибудь подальше. Да, он все еще фонит. Я его выбросил на балкон. Можно было с балкона. Собственно, так у Паши прошлый телефон и сломался. Ну, прошлый телефон я его только в стену выбросил. Ну, не попал. Ну, не сразу получится. Тренироваться нужно. Не знаю, блядь. Сноровка, закалка, тренировка. Да. В случае, в швырянии телефон. Вот они, господа, блядь, полицейские. Они тебе звонили? Надеюсь, нет. Так, Sega Pixel спрашивает, какие шоколадки любите? Что я люблю в основном молочный шоколад. Ирландские ублюдки пришли. И, к слову, о шоколаде, я люблю все сладкое. Я очень люблю все сладкое. Торты, пирожные, любишь шоколадки, конфеты, все подряд жру. Диабет? Да. Ну, если очень хочется, то можно. Ну, только немного, потому что все-таки от передоза сладкого можно и в кому ебнуть. Это нормально, ходи. А можно дверь закрыть? Не. Блять! Я не в ту сторону. Закрыл дверь. Красавец, блять. Да, Женя не проходил. Блять! Про Бориса птица ебнула, похоже. Клюнула. Клюнула, да, просто. Она там пролетела, хуяк там кровяк от Бориса этого сраного. Мусорскую тачку не очень правильно, но тебе все равно домой нужно добраться, а там уже отстанут мусора. Блять, я помер. Я просто сдох. Просто ни за что, блять. Собираются отсюда, нет? Взяли, попал. Вообще там с той стороны мусор ходит, блядь, а с этой стороны тачка. А, во-во-во, все, уезжает. Блядь, это мусора. Сука. Мен поганый. Как мимо тебя-то пробежать? Паш, у тебя были похожие ситуации в жизни? Да. Жесть, мусора, блядь. Нужно куда-то спрятаться срочно. Блять, они стреляют. Так, Паша, как ты прятался в жизни от ментов? Ну как, по дворам? По кустам? Черт, меня, по-моему, пристрелили. Черт, баба в будке. Баба, пожалуйста. Черт. Говорят, что у Вита слишком яркая одежда. Но это нормально, уже сразу же тюремная роба. Одежда! Или нет? Да, одежда, мне просто надо просто переодеться. Чуваки, просто дайте мне переодеться. К тебе стреляют, ты думаешь, это будет актуально? Чё за хера, дерьмо? Хера тебя бабка ебашит. Какого хера? Он просто мне по щам надавал какой-то хер. Это заскриптованная там баба в будке? А, нет, слушайте, тут уже мужик какой-то стоит. Извините. Мне очень надо поговорить с вашей женой. Блять. А вот блядь, смотри. Что же вы, дать что взятку же вы за сложные полиции. 500. Я 500 баксов дал. В трубку прям запихнул? Видимо, да. Задонатил прямо в автомат. Сейчас нужно будет это МГшку забрать, погрузить ее просто в этот бардачок. Ой, бардачок в этот багажник. Нихуя себе бардачок. По задничке. Взять тот же самый, да, там, если Far Cry, да?
Там что же эти? Там вообще целый секс. Так там ты компьютерный персонаж. Ну а тут что? А тут ты фотка. А, ну ничего страшного, я даже свои сиськи могу показывать. Вы погибли. Вот видишь. Все сначала? Все, все, блядь, сначала. Вант, это надо это, надо срочно номера поменять. Я знаю. Тебе нужно срочно доктора отвезти. Главное, чтобы макосины не дохни. А, время-то идет, а номера надо менять. А макосины да дохнет. Макосины яйца отстрелили. Я поменял уже номер, я сменил номер. Так, давай. Я еще решил и штраф оплатить. У него уже половина здоровья, тебе еще полгорода ехать. Тут, сука, центральная больница вот стоит. А откуда там, как ты объяснишь, откуда у него полевое ранение? Не знаю, собака покусала. Пули, блядь, хуя у тебя собака, гангстер. Гангстер, пёс. Чё-то мне кажется, я хуйню какую-то сотворил. Тебе не кажется. Хотя вроде я протиснулся. Спрашивает, ты куда? Стой, нормально. Герои всегда ходят в обход. Мы не ищем легких путей, господа. Генри еще не скончался, у него еще есть время спасти свои яйца. Бля, я помер или что? Задание про... Генри мёртв... Да какого хера, блядь, я же доехал! Доехал, суки! Блядь. Точность стрельбы 11%, 11,9%. Ты неплох. Скрыто замков 10, неудачных попыток взлома 7, ты понимаешь? 10 когда взломов, 7 неудачно просто. Общее время взлом замков минута, время, проведенное за плейбоем, 7 секунд. А ты быстрый. Бля, они не хотят стрелять-то сами в ответ. Че за фигня? Там же яйца держат. Барбарис, отпусти яйца! Разработчики будут плакать, как в том видосе, где бабуля рассказывала, это, типа, музыка сатаны. Мне от нее хочется плакать. Такой там... С утра вышла черепаха. Утром у меня вышла черепаха. Не, это другой видос, но тот я тоже помню. Это просто в одну тему. Ну да, с утра из меня вышла черепаха. И жаба из меня. Заряжаем чай через стрим. Это типа полноценная сюжетная линия, в которой участвует Джо Барбара. Это вот эта вот полноценная сюжетная линия Джо Барбара. А там еще две DLC-шки за Хитмана. За лысого, да, какого-то товарища. Непонятно, я включил, и там что-то игра сразу тебя бросает в какие-то невероятные щи. То есть ты начинаешь первую миссию, в тебя все стреляют, тебе нужно куда-то ехать, тебе дают какие-то очки, тебе за дрифт дают очки, тебе за все, сука, дают очки. О чем я и говорил, что стоит подписаться на YouTube, на Good Game. И дайте свидетелю уйти. Тут на меня какой-то другой хер напал. У меня вопрос в другом, кто на меня напал. И я завалил миссию просто из-за этого хера. А в него стрелять нельзя, да? Тебе его нужно будет догнать по скрипту. Не пострелять. Не пострелять. А если в ногу? Ой, попал в голову. Я случайно. Я не хотел. Во-во-во. Мусора. Давай, бей меня. Давайте его арестовывайте. Так, давай. Хватит занимать мой банкомат. Так, моя будка. Не пущу, блять. Все. Отбил, блядь. А, у меня еще ограничитель стоит. Но ты все равно достанешь, пожалуйста. Ну что за пиздец творится? Сколько там говорили, часов уйдет на прохождение? Давайте ставки делать. За мной мусора гонится. А ты гонишься за детективами. Да, я гонюсь за детективами, а за мной мусора. Интересно, они долго будут так за мной? Мусора будут за тобой долго гоняться, или ты будешь долго гоняться за дефективами? Дефективы просто впилились в ребят. Ты видел, там тачка стояла просто. А я не проеду даже.
Придется проедешь. Придется пешочком. Прикольно. Блин. Да, я смотрел просто, как ты на машине пытался проехать. Не, ну мало ли получилось бы. Блин. Он меня даже не увидел, блядь. Слушай, а у него... Как? А, вон у него Томпсон. Ааа, я чё-то не понял. Поскользнулся, ебал. Поскользнулся, да. Он ему свернул эту, как его, шляпу. Это смертельно, блядь. Ну, стелс наебнулся. Блять. С этими словами погиб. Я какую-то хуйню сотворил просто. Летопись моих действий. Сука, я зафейлил опять все говно. Сука. Сука, я вместо бесшумного убийства рукопашный бой, блядь, сделал. Почему рукопашная атака? Блять, что за говно? Надо было, наверное, просто пройти. Я понимаешь, я подхожу, нету бесшумного убийства. Все-таки сколько? Три попытки. Ёб твою мать! Ой. Мне отстрелили. Я не знаю, я правильно вообще поехал-то? Правильно, по льдам за ним гонись. Вот прям по полоске едь, потому что, знаешь, ты утонешь. Слушай, а если его в воду спихнуть? Можешь его в воду спихнуть. Но велика вероятность, что вслед за ним пойдешь ты. Не-не-не, не получается, видимо, сильный скрипт. На. Слушай, а что у нас за стикеры летят сбоку экрана? Я не знаю, там вчера на Punisher там сердечки летали. Сейчас петухи. Что бы это ни значило. Да, мобилизация, хуяться. Не, вот опять же, в самом начале игры там можно было. Ты смотри, что делается, ты смотри. Ты его чуть не сбил. Я просто вытащил. Так, мусора. Давайте. Вяжите его. Thank you.